декор. Ну что, попались, голубчики? А? Как этот говорил, белым солнцем пустыни. Попались, голубчики? Абрикос академик. Чья фотография? Смотреть в глаза. Железова. А это из интернета. А это из интернета. А это из интернета. Я не жалею. Их много, мошенников. Но там они просто интернетовские. Но если украл у меня, вот тебе морды. Агро, декор. Ну. Ведь человек же будет думать, что он такие получит. Это же плоды 80 грамм. Это мой первый урожай. Они тогда похожи были на родителей, только укрупнились. Академик. Людям голову морочить. Смотрим сюда. 1690. Пьем? Дороже, чем Сергей. Или хотя бы не дешевле, чем Сергей. Но тут-то вырастет вот это, а у них что вырастет? Привозят с, это самое, с юга. Ведь когда начинаешь смотреть, уж в Москве, в Саратове, в этом самом, Челябинске, вот такие фотографии. Да вам же срочно в очередь за Нобелевские премии спорить. Нет, и у меня роскошь, и у меня. А на самом деле привозят этот хворост. И выдают за вот такие вот. А еще цены какие. Другие уже снизили 200-300 рублей, лишь бы продать. А эти думают, да, ну, сейчас тебе скажут, я продаю 8 раз дороже. Скажут, да, значит, это настоящий. Да? Смотрите. Это все тот же декор. Это они понахватались из этого, из интернета. Морозостойкая, сейчас я покажу, что вот, 5 метров друг от друга, не заглублять корневую шейку, вот за это вам спасибо, вот единственное только за это. А теперь самое подлое, саженцы абрикоса поливают 2 раза в месяц, если идут дожди поливать, а если засуха, если взрослое дерево, я их не поливаю, но саженцы я поливаю. Вот. В одном случае сгнивает, я вам сколько показывал, в другом случае высыхает. Ну разве можно 52 раза? Где-то может не разу, а где-то может быть 8 раз. Нахрена ваши инструкции-то нужны? Но вас-то все равно сдохнет. Хоть так сдохнет. Вот. Хоть поливайте, сдохнет, хоть не поливайте. Привозят это дрова. Ну, смотрим дальше. Чего я должен жалеть, если опять моя фотография? Заметьте, это все свежая фотография. Только цена в 8 раз дешевле. Представляете? Фотографии те же, вот опять моя. 8 раз дешевле. А вон там, тут плохо видно, ладно. Угу. Самое противное, знаете что? Если вы же выбрали с интернета самые роскошные фотографии, вот только вот это в Сибири живет, вот это. Остальное я не знаю. Но это ясно юг. Еще сотня авторов считают, что это их фотография. Ну, то есть масштабы вселенские, мошенничество. Внимание. Санкт-Петербург. Новосибирск. Ну что, привозят в Новосибирск и думают, что это все выживет там? А? Никогда, нигде. Вроде бы тут что-то толковое пишут, вроде бы это Москва, Санкт-Петербург, Новосибирск, все. Вот. Телефон есть 800-444-0740. Спросите откуда. Почему никто не скажет, где правда-то? Да нету в Новосибирске этих самых. Ни одного сада вот такого. По-моему, вообще там нет садов абрикосов промышленных для производства саженцев. Ну так скажите людям, где, откуда вы привезли? Ну, человек узнает, что Сербия, но он может не знать, где Сербия. Ну, может догадаться, где Италия, Испания. Если мне в Железову предлагали, купите у нас партию и перепродайте мне Железову. Из Италии. 2 письма было. Поддержим отечественного производителя. А где взять отечественного производителя? Практически все стали перекупщиками. Еще опять моя фотография. Показывать вам мальчику фотографию или поверите на слово, что это Серафим, что это мое.
Ведь как смотри, редкий случай, когда не три плода, а целое дерево. Конечно, поверят. 270 рублей. За такое дерево. Ну уж если бы это была правда, если бы такие вырастали, если это Сергей Железов, они должны вообще стоить 5, 10, 20 тысяч, если с гарантией, что он дойдет до такого урожая. Абрикос – достаточно новая культура для Ленинградской области. Вот так вот. В Ленинградской области человек зарезал меня, полностью зарезал. 2007 год. Железов на подъеме. Крупнейшая газета России печатает во главе с знаменитейшим этим самым, у него столько погон, главным редактором, напечатал целую серию моих статей. Не испугались. Напечатали. Я помню, как я разнес колоновидное. Яблони, груши, сливы. Разнес. Напечатали. Потом однажды кто-то позвонил и сказал, вы что, охерели? Железо печатать. А им было стыдно передо мной. У меня в архиве лежит письмо за подписью доктора наук. С Ленинградской области. Вот это. Правильно, новая культура, потому что написал, вы верите Железову, а у меня все 18 сортов форм абрикоса выпали, ни один не дожил до плодоношения. Представляете, какой этот, как он называется, какой этот самый, козы у меня сдохли все, как они могут быть у Железова еще в Сибири. А проверить-то, какой ты хрен ученый, что ты не проверил. А тогда печатался, это 2007 год. Лауреат, а потом вот, и все на этом. А сколько я мог бы научить за эти годы людей? Не верю я вот этому. Новая культура. Прижилась, развивается. Доктор наук все задает. А, ладно, проехали. В нашем питомнике полный цикл производства саженцев плодовых деревьев. Полный цикл. Ну. И опять вот. А вот это вот я специально взял. Видите? Опять сотня этих самых питомников на него претендует магазинов. Но это же не ваше вранье. Полный цикл саженцев. Полный. То есть, что такое полный цикл? Черенки у себя берут, косточки у себя берут. Вырастили по двое из косточек на второй-третий год. Привили, так? Вот. И продали. Вот он полный цикл. Ни одного этого не это самое. Нет, нету. Вот он МК-сад, на который я набросился. Отдельный фильм снял. Ну. Город Москва. Откуда там это все такая роскошь? Да нету там ничего. И в Питере нету. Фотография это сотни раз повторяется. Красиво выбрали. Полный цикл. Вот вранье. Ранированное. Еще не все. Питомник растений. Не трожьте меня, я вас трогать не буду. То же самое. Самая распространенная фотография из академика. Вот это вот. Кто ее только не насувал себе. Сотни, сотни, сотни магазинов везде она. Когда же свою-то сфотографируете? А вон эти телефоны. Вот кто-то взялся бы, ну, чтобы живой голос был. Здравствуйте, и включил запись. При современной технике. Один я воюю. Ну, скажете, да нет, что вы. Питомник Игоря Никитина. Нормальный мужик. А зачем мою фотографию спер? Вот она. Абрикос Серафим. Видите, я банул. Мой раз чихнул. Вот он, абрикос Серафим. Уже не тысяча, а так. Вот. Сейчас, секундочку. Все-таки балкон подбил, продул. Странно, купаться в ледяном Енисее и страдать это от сна, от этого сквознячка. Поняли, да? Я призываю всех научить этих самых
в школьную программу включить садоводство. Ну нельзя так-то изучать всякую херню, которая забывается на второй день, никому не нужна. Отличить его этих самых уродов от настоящих саженцев, мошенников от честных питомников. Как я удивлялся, что в Субботин, оказывается, свои фотографии. Субботинский питомник у Ивановой. Ну, это здорово. А потом оказалось, наша это, с вами любимая эспиратка Елена Савинична и сделала этот сайт. Значит, я не про это, а я-то не знал об этом. Я попросил, она сайт сделала. Она фотографии не дергала с интернета. Ну как получилось так-то, оказывается, я в ней не ошибся. Я Железов, своей ученице, не ошибся. Пусть у нее это, учителей два, пусть профессор Матвеева. Вот. Но главное, это моя ли Матвеевская ли ученица. Главное, честно, порядочно. Как оказалось, я впервые обнаружил. Потом я вам покажу еще один питомник. Но о нем, знаете, как иногда говорят. Или хорошо, или ничего. Однако хорошо сказать не могу, то ничего. Чтобы меня не ловили за руку, что еще есть. Это за язык не тянули. Питомник Тимирязевский, моя фотография. Ну сколько это может быть-то, этот позорище? А вот он, Виксат. Внимание, это же совпадение или не совпадение? Вот этот человек пишет из Виксада, ну тот, поняли, с моей фотографии, т-т-т, вот там выше. Ну, вы уже поняли, да? Что это? У меня есть, это для доказательств, у него есть накладные электронные на почте. Я у них покупал больше 100 000 два года. Все стоит никакое. Абрикосы, черешня, персики, все загнулось. Ну а как можно было верить-то? Ну почему этот человек? Он, правда, теперь наш человек, потому что он увидел тот фильм, отдельно снятый, да? Наш человек. Но теперь-то он второй раз не попадется же с этим самым. Ну? Теперь-то он не попадется. 100 000 коту под хвост. Да он на 100 000 у Сергея бы купил бы саженцев, да еще со скидкой. У него, я не знаю, что было бы. Виксад, известный питомник Крыму. Он, ну, конечно, он виноват уже в том, что он, может быть, это, ну, как можно с Крыма покупать? С Крыма. И Крым – это самая южная наша точка. Ну, не сравнивай, может быть, Сочи южнее. Или до одного уровня. Еще, это из, как называется, из отзывов. Посмотреть саженцы, это все тот же Виксат. Питомники нельзя. Что уж говорить о том, что что-то скрывает. Хотите, от корней пахнет кислятиной, гнилью, доставка автобусом, деревья могут не довести, приезжает палка. Вот. Если повреждения были, у них проблемы. Не покупайте у них саженцы, присылают полный пересорт. Я купила больше 1000 штук саженцев роз. Оптовый заказ на крупную сумму. Сортов разных там было заявлено 30-50. Сортность была важна. А по факту расцветает сплошняком самое дешевое. Вот, красные розы. Моя компания, она 1000 штук выписала. Понесла огромные убытки. Мы еще встретимся с Виктором в суде. Вы представляете, стоило мне, я наткнулся на Виксад только потому, что там моя фотография. И в течение 30 минут я их это самое, про них рассказывал. И вот, пожалуйста, один написал, вторая написала. Значит, я не прав был, я не зря, значит, живу на свете. Ну как миллионы людей отговорить, чтобы они не покупали эти самые, которые пахнут кислятиной, гнилью. Так, ладно.